сегодня о складном велосипеде, который очень легкий. Посмотрим на него внимательно. У него глубокий капюшон. Спинка у него откидывается в нескольких положениях. Управляется как мамой, так и ребенком. Просто у него надувные, прорезиненные. Происходит с педалями. Педали может управлять либо малыш, либо мама. Посмотрим. Опа. Сейчас малыш управляет сам и не мешает маме. А теперь внимание. Опа. Велосипед приходит в движение. А для маленького малыша есть подножки. Вы можете убрать их, спрятав вниз, либо оставить. Если малыш не дотягивается до этих лап, вы можете сиденье передвинуть вперед, либо назад. У данной модели есть два положения. Снимается, ремни безопасности крепко крепят вашего малыша. Вы сможете регулировать по росту, а в комплекте для мамы имеется подстаканник и, конечно же, сумочка для мелочей. Здесь два отделения, сюда вы можете положить либо свои вещи и отдельно положить вещи вашего малыша. Раз, и телефон, два. У велосипеда есть большая корзина для покупок и, конечно же, ножной тормоз. Тормозы два, на правом колесе и на левом. Оп. Оп.